Коми в начале июня будет теплее обычного. Температура воздуха окажется на 4-5 градусов ниже нормы в европейской части России и выше нормы в Поволжье, на Урале и на юге Сибири. Сыктывкар, Киров, Казань, Самара, Уфа, Астрахань и дальше от Ямала до Красноярского края везде температура выше нормы, отметил научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд.